приветствую. Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Вот видите, козлик уже сено ест. Куда пошел? Все, повезли мы его к Юле. Да, он еще ест куртки, всякие тряпки любит пожевать. Ну что, незнакомое, все попробует, понюхает. А ну-ка, зубы покажи. Ой, его зубы у него острые. Вадим, жалко расставаться? Чего тебе не жалко-то? Смотри, ну как к тебе ласковое. Он не шучукался, то сидел потом тихо. Ага, такой лежал. Сейчас поедем, он опять ляжет. Ты только не писай, не какай. А что нам в коробке? Ничего страшного, пусть писает, как. Там сено постелило в коробке. Спокойненько лежит. Ну что, все, пошел, все, гулять пошел. Нет, все, поехали. Ты мы остановились просто, чтобы тебя снять на память. Все, поехали, все. Живи. Она покататься. А это что ходит? Кто ее выпустил? Вот, ничего себе. Так, ну ладно, давай. Мы обрезали крыло курицы. Смотрите, как сильно я обрезала. По-другому не помогает. Не знаю, еще это поможет или нет. Смотрите, все обрезала. Крови нету нигде. Все постаралась аккуратненько. В общем, она летает у нас. Одна единственная. Показывает плохой пример. Кидай. Да просто брось ее. Брось ее, да и все. Опа, эч. Наконец-то Мася стала есть это сено. А, голод не тетка. Но все равно погулять надо. Сейчас пойдем погуляем на улицу с ней. Сейчас я тебе водички. Нюша зерно кушает. Этот не подходит, боится. А вообще-то... Так, водички тебе. Подожди, моя хорошая. Все же подоила ее. Вот ты моя козел. Пей давай. Это маловато. Ей на всякий случай оставляю вот такое ведро с водой. Но здесь теплая. Она теплую, конечно, любит. Все, наелся. Выпил мисочку. О, какая она любопытная. Беги. Сейчас тебе вытру.
там сейчас дно выйдет. Снимаешь? Снимай, потом обрежешь. Снимаю. Все? Хеликоптер. А пусть он походит, ты лови его. Кормлю три раза. Ну, назови. Поскольку где-нибудь 10 в 3, ну и вечернее дойка. А поскольку? Вот это. Ну вот в обед, наверное, ну, около ритера уже съел. Но он, честно говоря, из семьи просто она его пинает, она не дает его сбить. Нюшка-то там уже роется, и овес начинает стену тоже. А она его гоняет. Поэтому он сейчас вот сильно прямо из коробки идет. Ты с ним по имени попрощайся. По имени попрощайся с ним. А? По имени попрощайся. Ермак, давай. Счастливую, долгую тебе, плодотворную жизнь, чтобы много козочек наделал красивых и молочных. Давай, старайся. Расти. С Богом. Так. Ну ладно, сегодня поедем мы. Побежим, мне надо страховку надо оформить. Пойдем тогда что, коробку не уратать, машинку. Давай, счастливо оставаться. Ой, хороший, правда же хороший? Он, честно говоря, вот можешь выключить уже.